Всем привет, с вами студио Лоскут, меня зовут Оля, мы находимся на проспекте Чернышевского, 9. До Нового года остается всего лишь 2 месяца. Хотим показать вам актуальную подборку змеиного принта, ведь наступающий год – это год змеи. Начнем вот с такой искусственной кожи. Это полиэстер, стоимость 2300 за метр. Вот такой. Бело-серое исполнение. Драпируется в некрупные складки. Полотно с тиснением. Может быть, этого не будет видно на видео, но тактильно оно прям вот ощущается очень приятно. Не только рисунок, в общем, еще и тиснение. Оно будет классно смотреться в бомберах-тренчах. И, возможно, будет даже, кстати, сделать какие-то обтягивающие брюки, потому что полотно достаточно эластичное по утку, по долевой стабильное. Красивые складочки. Держит такие легкие. Следующая позиция. Тоже змеиный принт в бело-серых оттенках. Здесь добавляется еще оттенок синего, такой сапфировый, красивый. Это кензо, 100% вискоза, 2350 за метр. И здесь змеиный принт разбавлен всякими надписями, какими-то геометричными фигурами. В общем, получается, на мой взгляд, такая стильная вещица. Змеиный принт такой достаточно разбавленный. Мне кажется, будут классные костюмы в пижамном стиле, блузы, просто свободные брюки. Очень такая струящаяся вискоза, тактильно очень приятная, легенькая, чуть атласная. Блеск у нее. Очень интересная позиция и красивые цвета. Следующий вариант, по-моему, это тоже вискоза. Да, все верно, вискоза от бренда Philip Lane, 2500 за метр. Она брендированная, здесь указаны вот такие фирменные буковки ПП. Зеленая цветовая гамма. Вискоза креповая, плотненькая, если... Это будут брючки, они будут такой правильной тяжести, они будут красиво оттягиваться вниз под своим весом. В общем, или это могут быть какие-то классные платья, юбки. За счет своей плотности это будет очень выгодно сидеть на фигуре, не подчеркнет ненужного. В общем, плотность очень-очень выгодная. Вот такие некрупные складочки, такие чуть воздушные, легенькие, мягкие. Следующие две позиции от бренда Gucci. Это вискозные бархаты. Стоимость у обоих позиций 4300 за метр. Они уже продублированы. Получатся классные костюмы. А может быть, жакеты даже какие-то. А коричневая такая медная гамма. Драпируются в складке среднего объема, достаточно воздушные, такие упругие. По своим свойствам оба полотна одинаковые, отличаются только цветом. Здесь такой черный, серый, чуть с голубым подтоном исполнение. Для красивых жакетов, брючных, ну и с юбками тоже на самом деле. Вот такой красивый принт. Следующая позиция. Потрясающий легкий шифон. Он, кстати, в таких оттенках очень натуральных исполнен. Посмотрите, пожалуйста, он легенький. Цветовая гамма бежевая с таким песочным и чуть зеленоватыми оттенками. Очень красиво для красивых блуз, может быть. Или для летящих платьев. В общем, его нужно будет так красиво собрать, побольше объема. Красивый. Летящая такая позиция. Струящаяся, очень красиво.
прозрачный. Стопроцентный шелк от бренда Dior, 3600 диаметр. Следующая позиция. Это тоже шелк бренда 21. Стоит 5900 за метр. Выполнен в белых и черных серых оттенках. Даже такой не белый, а теплый молочный оттенок белого. А полотно практически не просвечивает. Вот чуть-чуть в белых именно элементах, там где уже больше рисунка, совсем не просвечивает. На белом чуть-чуть совсем. Очень такая легкая тоже позиция, струящаяся для красивых платьев, блуз, легких каких-то брюк, костюмов в пижамном стиле. Очень приятная плотность. Следующая позиция. Шелк Louis Vuitton за 5400 метр. Гамма бежевая с черным. Этот шелк практически не просвечивает, а рисунок нанесен таким образом, что этого даже вот и не видно. И посмотрите, изнанка и лицо одинаково хорошо исполнены. Здесь можно как-то с этим тоже поиграть. Тоже струящаяся, пластичная, мягенькая, легенькая. Мне тоже видится костюм с какими-то, может быть, кантами в пижамном стиле. Струящиеся брюки, блузы. В общем, все что угодно практически можно исполнить. Так, сейчас покажем масштаб рисунка. Вот такой. И завершающая позиция в нашем обзоре – это единственный отрез. Так что долго не думайте, если что. 1,5 метра, стопроцентная шерсть, 3900 за метр по стоимости. Креповая шерсть, оттенки серый, молочный и чуть бежевого здесь вот добавляется. Слегка не просвечивает. Плотность средняя, тоже плательная такая. И брюки, и юбки классные получатся. Драпируются вот такие упругие складочки воздушные среднего объема. Встречайте Новый год красиво, и пусть он будет счастливым.